Этот город был счастливым и спокойным местом, до тех пор, пока контроль над ним не взял могущественный преступник синдиката. Эта организация продавила под себя даже правительство и полицию. Город стал центром жестокости, в котором никто не может чувствовать себя в безопасности. Среди этого беспредела группа отчаянных молодых офицеров полиции решила навести в городе порядок. Сырой них освободил, выделил Адам Хантер и Блэк Дир, они рисковали всем, даже своими жизнями на улице гнева. Короче, это игра, знаете, beat'em up у нас. Имя Адам Хантер. Пол мужской, возраст... Да. Экс-коп, Банскай. Получается, у нас три главных персонажа есть, ребят. Я всегда помню, я играл за афроамериканца. Это довольно старая игрушка, это beat'em up, как я уже сказал. Это у нас Street of Rage. Street of Rage. Первая часть. Поэтому, я думаю, полетели. Ну... Сейчас... Ну, блин, за вот это вот не знаю, ну, норма, мы всегда играли. Я даже в опции никогда не заходил. Один игрок. Сразу сохранится. Здесь, на самом деле, Адам самый прикольный тем, что у него радиус атаки, по идее. Смотрите. В 4 получается, да? У этого в 3 в длину, а у этого в 4 в длину атаки. А у Блейза... Блин, я на самом деле не помню. Вот кажется, она имбовая. Но я могу ошибаться. Давайте, ладно, за нее сыграем. Я просто помню, что я постоянно этим делал атаки задом. Ну ладно, пускай Блейз будет. Раунд первый, старт. Я помню примерно всех боссов. Ой, вот это что я не любил, это ходить бочком, ну вверх-вниз имею в виду. Я супер атаку использовал. Когда они умирают, они издают специфический звук. Блин, надо за хпшкой смотреть. Так, разрушаем предметы. Это у нас здесь только будут, если не ошибаюсь, телефоны будки. Вот, Рили, если вы хотите нормально проходить, просто их кидайте, один раз нужно ударить. Долдева. Готово. А, вот подкатеры. Я думал, где эти подкатеры? Там еще будут челики с ножами. Яблочко хп, это хп. Есть еще курочка, это жесткое хп. Бывает также дополнительное оружие, вот как бутылка. Она не ваншотит. Да елки-палки. Я радиус не могу атаки, блин, понять. Бита у тебя может не падать, ну типа вообще оружие. Оружие только падает, когда, ну, типа, исчезает. Когда тебе ее выбили 3 раза. 2 удара с дубинки, челик труп. Это всегда было имбовой штукой. Да.
Да-да-да, чья дубинка сильнее. Ладно. Дубинка, так сказать, бесконечна, пока тебе ее не выбьют с рук. На следующий уровень дубинка не идет. Мы будем с вами по одному уровню проходить. Поэтому как так. Так, у меня времени нет, алло. О, время есть. Ну что это было за подстава, алло? Я так и сделал. Вот сейчас я вы... О, шлюшки. Вот у этого есть предел ножа. Типа мы сначала ножом бьем, потом, видите, он нож метает. Так, пойди, если не ошибаюсь, скоро будет первый босс. О, вот он. Так, сразу съем. Это челик с бумерангом. Его лучше через себя перекидывать, если хотим быстро его победить. И все, типа. Ауч. Чем отличается, если сложность другая? Так, давайте, короче, на этом закунь. Как паузу поставить? Раунд 2. На этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.